Сегодня мы проведем обзор основных преимуществ холодильника Midea Side by Side. Общий полезный объем этого холодильника 516 литров. Высота 178 сантиметров. Ширина 91 сантиметр. А глубина 66 сантиметров. Модель холодильника представлена в цветах бежевый мрамор и в необычном цвете матовый графит, который прекрасно впишется в популярный на сегодняшний день стиль лофт. В холодильной и морозильной камерах используется система охлаждения Total No Frost, так называемая система без инея. Система охлаждения двухконтурная. Это означает, что запахи между морозильной и холодильной камерами не смешиваются, так как используются два отдельных потока воздуха. Технология Multi Airflow обеспечивает равномерное распределение воздушных потоков внутри камер, что помогает быстро охладить продукты питания со всех сторон и увеличить их срок хранения. Холодильник оснащен интеллектуальной системой контроля температуры Smart Cooling, которая поддерживает точность температуры внутри холодильника для различных продуктов, независимо от внешних факторов, с помощью одного внешнего и шести внутренних сенсоров. Отсутствие посторонних запахов внутри камер обеспечивает антибактериальная защита Platinum Fresh. Это внутреннее покрытие с использованием частиц платины, которое подавляет развитие большинства бактерий и грибков в холодильной камере. Итак, холодильная камера располагается вертикально по правой стороне и имеет объем 342 литра. Она оснащена четырьмя полками из закаленного стекла и двумя закрытыми вместительными контейнерами в нижней части для хранения фруктов и овощей. С помощью механического регулятора на контейнере можно отрегулировать уровень влажности внутри в зависимости, какие овощи или фрукты хранятся. Каждая из полок выдерживает до 25 кг нагрузки и оснащена фиксатором, предотвращающим случайное смещение. Также на дверце холодильника есть 4 широких полки балкона, в которых устойчиво встанут даже большие бутылки с напитками. Морозильная камера находится вертикально по левой стороне. Объем камеры 174 литра. В морозильной камере также 4 стеклянных полки и 2 закрытых контейнера. Морозильные камеры такого формата, конечно, идеальный вариант для заморозки большого количества различных продуктов. Их удобно разделить по полкам, контейнерам и хранить отдельно друг от друга в зависимости от вида и сроков. На двери также есть 4 широких полки балкона. Дополнительным бонусом будет ледогенератор Ice Bar System. Он позволяет с легкостью приготовить кубики льда. Лед сбрасывается в специальный контейнер, в котором его можно хранить или сразу подать на стол. Холодильник оснащен компрессором Inverter Quattro. Его главные преимущества – это быстрое охлаждение, стабильное поддержание температуры, низкий уровень шума, энергоэффективность и 12 лет гарантии. Кстати, на сам холодильник гарантия составляет 2 года. Точное цифровое управление осуществляется с помощью сенсорного дисплея, расположенного на двери холодильной камеры. Температура в холодильной камере регулируется от 2 до 8 градусов. Температура в морозильной камере от минус 16 до минус 24. Также можно установить режимы суперзаморозка и суперохлаждение. Чтобы настройки холодильника не сбивались, панель управления автоматически блокируется. Снимается блокировка легко при удержании сенсорной кнопки в течение 3 секунд. Благодаря такому богатому функционалу холодильник Midea формата Side by Side станет прекрасным помощником на вашей кухне для качественного хранения большого количества продуктов.